Всем здравствуйте! Вы на канале «Сад своими руками». Я покажу вам лилейник, окраска у которого считается редкой и необычной. А называется он «Magnificent Rainbow» – «Великолепная радуга». Цвет у него сиренево-розовый, горлышко желто-зеленое, а глазная зона – радужная. В ней один оттенок плавно переходит в другой и имеет более яркую окантовку. Лепесточки гофрированные. Аромат имеет совсем легкий. Размер у цветка крупный, до 15 сантиметров в диаметре. Лично мне у него очень нравится форма. Это бордюрный лилейник. Высота цветоноса всего 40-45 сантиметров. Но при этом он очень мощный. Надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо всем за внимание.